Там впереди развилка. А если на штрафной в другую сторону поедет? Прояви смекалку. В какую сторону поедете? Налево. Налево? Проезд оплачивать будем? Да-да, конечно. Вот возьмите, сдачи не надо, только нам надо направо, хорошо? Извини, не могу, народ не поймет. А если я договорюсь с народом? Ну, если договоришься. Уважаемые граждане, мы работники полиции. Правда. Ведем преследование опасного преступника. Он едет вон там, впереди, на велосипеде. Если он повернет направо, то и нам нужно направо. Я взываю к вашей гражданской сознательности. Разрешите нашему водителю повернуть направо. Я вас очень прошу. Довели страну до ручки. Менты за бандитами на трамвае ездят. Скоро на паперть выйдут. Граждане, поможем ментам, или мы не люди? Давай, водила, поворачивай направо, гони за бандитом. Народ голосует за. Слышь, мужики, может, вам силовая поддержка нужна? Мы сейчас толпой вмиг повяжем. Да не надо, спасибо. Нам надо еще сообщника победить. Ну, держите, вот это вам на такси. Да не. До пробки. Водила, притормози. Мне здесь недалеко.